стиральная машина Атлант. Стук при отжиме. А проблема была вот в этом. Разболталась крыльчатка на сливном насосе и издавала вот такие звуки при отжиме. Ну и, соответственно, она уже даже не держала здесь. Отсюда и был звук. После замены насоса все стало работать корректно. Насос сливает воду, посторонних шумов никаких нет.